Полномочия. Привыкли за чужую спину прятаться. Вот будете жить в отдельных квартирах, там будете проявлять собственную инициативу. Вот вы когда про меня вспомните-то. Да уж, вспомни, милая. Ты еще год у меня в ушах-то звенеть будешь. Соскучишься? Ай. Действительно, вы могли бы говорить несколько пиано. От вашего голоса мой ребенок просыпается. Чудной у вас ребенок. Что-то он от человеческого голоса просыпается, а когда вы пилите вашу скрипку, ему хоть бы что? Значит, у него наследственная музыкальность. Да уж, скрипишь ты, прямо скажем, милая, громко, а музыки-то все-таки не слышно. Что? Викушка, успокойся, ты же кормишь. Мне просто смешно, ты посмотри, кто говорит о музыке. А между прочим, это народ говорит. Это вы, это народ. Да вы домохозяйки, а не народ. То есть как это домохозяйки? Тише, народ, иди ты тоже молчи. Расчищалась тут, понимаешь. Нашу Марью Львовну перекричишь. А что это меня перекрикивать? Мама, перестань, мама. Не вмешивайся, а ты, Тамара, к нему не лезь. Да очень мне надо. А, вот она молодежь, вот как она старшим-то отвечает, а? А вы как крючок. Вам лишь бы зацепиться. Товарищи, все высказались. А теперь вникните, жильцы. Переезжаем в отдельные квартиры, а на прощание ссоримся. Подумать только. Завтра утром проснусь, выйду на собственную кухню. И никого из вас не увижу. Им что, им смешно. А мы-то с Николаем ведь 46 лет здесь проторчали. Вот, ведь вот как ты выражаешься-то. Проторчали. Вот ты, может быть, торчала, а я-то жил. А ты к слову-то не цепляйся. Я ведь всю жизнь в этой квартире прожила, и все люди рядом были. А вот теперь останемся мы с тобой одни, без соседей. Что? Что? А вот случись что? Вот на людях-то все легче. А вот теперь-то как? Ольга Николаевна. Полина, я тут. Ольга Николаевна, не надо, Володь. Ну посмотри, я не могу, она плачет. Викушка, успокойся, ты же кормишь. Чего ты, старуха? Ну чем? Чего ты? Ну, слышь, не надо. Не надо. Да брось. Бросьте свою трагедию-то, ну, слышь. Ольга Николаевна. Ольга Николаевна, что ты, правда, какой пессимизм развела? Да. Мы же не по разным странам разъезжаемся. Слава богу, в одном районе будем жить. Друг другу в гости можем ходить. Милости просим. Спасибо. Товарищи, пожалуйста. Товарищи, к нам все приходите в гости. Спасибо. Тетя Оль. Тетя Оль, мы вас тоже приглашаем. Приходите, пожалуйста. Спасибо, Никочка. Обязательно приду. Вот музыку приду послушать. Особенно люблю, когда ты вот Сен-Сена играешь. Сен-Сан, Шашира. Да ладно, уж поняла. Тетя Оль,
Тетя Оля, вы же сами говорили, что у вас от моей музыки ангорский кот сбежал. Ой, милая ты моя, да чего не скажешь в коммунальной квартире. Теперь другое дело. Теперь вот я малыша вашего понянчу, пока в яслике не устроили. Буду вам вот общественной бабушкой. Ой, ну что вы, неудобно. Ну чего неудобно-то, соседи ведь. Да разве я забуду, как в 42-м ты мне девочкой в очередях за хлебом мерзла. Да, вот если б не ты, так, пожалуй, старухи-то и не видать новой квартиры. Да, вот. Ой, ну что вспоминать-то? Как это что вспоминать? А почему не вспомнить на прощание? Я вот тоже не забуду, как вы всей квартирой за моим сыном ухаживали, когда я в больнице лежала. А помните, как все вместе пошли на первый Викинг-концерт в филармонию? Да, тетя Оля захлопала раньше времени. Да и не было этого. А помните, как Тамара принесла к нам в квартиру новые песни? Да-да, сперва все ворчали, а потом вся квартира запела. Помните? На город опустилась ночь, и все спокойно спит вокруг. До завтра, до завтра, спокойной ночи, мой друг. До завтра, до завтра, до новой встречи. Слушайте, народ, давайте хоть раз в полгода все вместе собираться. Ведь не чужие, соседи все. Да. А почему раз в полгода? Можно и чаще. Можно. Мама, ты Тамару пригласи. А ты что, маленький, что ли? Сам не можешь девушку пригласить. Пускай приходит. Ее не позови, так она еще чаще бегать будет. Вот еще. Да я к вам теперь вообще не приду. Тамара, не обижайся. Не обижайся, может, еще в новой квартире свадьбу справим. Мама. А что, мама? А меня в маленькую комнатку запихнете за ненадобностью. Товарищи, машины приехали! Машины, давайте! Граждане! Граждане! Давайте посидим перед дорогой, как положено. Вот, помолчим. Господи, как же мы перетащим? Ты что, поможем? Ребята, не надо, нечего. Мы сами справимся, не помогайте справиться. Старуха, я тебе последний раз говорю. Брось ты свой фигушка, брось! Ты не тронь, зелень. Ты мне других пальмов не купил. Ой, ты прямо, я ведь 46 лет мне нервы треплет. Ну, поехали, Вик. Ну вот и переезжай. И радостно, и как? Ну успокойся, ты же кормишь. Ну, дети, двинулись. Мама, а тебе что, жалко расставаться со старым домом, да? А что жалеть? Дом старый, ему на слом пора. А вы молодые, не привязывайтесь к домам да к вещам. А ты помнишь, как у Чехова сказано в вишневом саде? Хочется в последний раз взглянуть на стены, на окна, прощай дом. Ну, прощай, дом! Дети! Мы идем! Молодым-то легко не привязываться. А у меня вот под этим фикусом вся жизнь прошла. Ну, пойдем, старуха. Ну и бог с ней, со старой-то жизнью. Ну, вот, молодец, фикус оставили. Ну и правильно сделали. К чему в новой квартире такой старый, желтый, пыльный фикус? Он будет только закрывать солнце,
Сейчас это просто пережиток. Как жаль, что все наши пережитки мы не можем оставить в прошлом так же легко и просто, как оставили этот фикус. Нет, мы их тащим с собой в новую жизнь. Они находят почву, пускают корни, из корней вырастают ядовитые растения с разными названиями. Моя хата с краю, своя рубашка ближе к телу, не подмажешь. Ага. Давайте заглянем в окна домов. Вот за этим окном родился маленький человечек. Кем он будет? Покорителем космоса. Может, его будет волновать проблема продления человеческой жизни. Может, он станет покорителем пустыни, а может, он будет торговать клубникой из своего садика. От чего это зависит? От воспитания, то есть от нас с вами. Ну, нам кажется, что воспитывать человека можно от 2 лет и до 50. Ну, почему от 2, это понятно, а до 50? Да потому что после 50 человек уже некогда перевоспитывается. К этому времени он начинает отмечать юбилеи, серебряные свадьбы, писать мемуары и готовить документы к пенсии. Впрочем, если кому-нибудь из вас исполнилось больше 50 лет, пожалуйста, не обижайтесь, мы вовсе не хотим вас перевоспитывать. Мы считаем, что вы достаточно к этому возрасту воспитаны. Я всегда улыбаюсь, когда вспоминаю свое детство, свою любимую игру в кубики. Эта игра продолжает меня занимать до сих пор. Игра и песенка. Дважды два плюс один будет ровно 5. Будем мы кубики расставлять. Если знаете вы, сколько 5 × 5, приглашаем вас мы вместе с нами поиграть. В кубики, кубики белые, в кубики, кубики черные, синие, желтые, красные и разноцветные. Фабрика игрушек, сокращенно ФИК. ФИК номер 13. Кабинет директора. Это масштабная рабочая карта, на которой обозначены районы наступления замечательной продукции фабрики на застигнутых врасплох покупателей. Это рабочий стол директора. Здесь рождаются боевые приказы, приводящие врасплох и изумление сотрудников. Прочитав очередной приказ, народ безмолвствует, а потом говорит: «Велика номенклатура, а это любимая лошадь директора». Вернее, его рабочее кресло-качалка. Здесь обдумываются наиболее сложные вопросы. А это телефонный звонок, который нарушает торжественную тишину кабинета. К телефону подходит главный инженер. Алло? Очередная жалоба? Нет, хуже. Этот звонок предвещает большие неприятности. Это видно потому, как взволновался главный инженер, как вытянулось его изможденное лицо. А вот и сам директор. В сопровождении начальника цеха игрушек-зверюшек он вступает в свои апартаменты. Видите, как горячо обсуждает директор план предстоящей работы, как подробно и точно объясняет он своему подчиненному, как тактично, как умно, как... А, впрочем, послушаем, о чем они говорят. А пошли ты их знаешь куда? Куда? А куда ты их посылал? В Тамбов. Ну вот. Что вот? Тамбов же вернул. Ну, пошли подальше. Куда подальше? А что, дальше некуда, что ли? Ну, пошлем подальше. А что будет дальше? А что будет дальше? А дальше будет то, что было раньше. А что было раньше? А раньше такого безобразия не было. Почему безобразие? Ну, ты премию получил? Получил.
Я премию получил? Получил. Чего тебе надо? Чего мне надо? А, премия, премия. Полный сарай зайцев, из них уже опилки высыпаются, линять начали, никто не берет. Ну, а мы твоих зайцев выкрасим и выбросим на другие торговые точки. У нас золотой народ. У нас все хватает, что мы выбрасываем по плану. Вот так. Дав исчерпывающие указания начальнику цеха, директор, верный своей пунктуальности и аккуратности, как всегда, в этот утренний час сверяет свои часы с часами своего учреждения, чтобы весь аппарат работал как часы. Первое приветствие – беглый междугородний обзор необъятной деятельности фабрики. Второе приветствие – и рабочий день начался. Ну как, премию получил? Премию получил. Так, настроение бодрое? Настроение бодрое. Идем ко дну. Почему ко дну? Как почему? Только что мне позвонили. В сегодняшней газете разгромная статья о качестве продукции нашей фабрики. Так. Что ж теперь будет? Комиссию пришлют. Проверять будут. Так. Ну что же, людей проверять надо. Люди, они, знаешь, и все. Так. А ничего. Иван Гаврилович, вас ведь могут снять. Да, это верно, сейчас могут. Вы же умный человек. Да, умный, верно. Умный-то ум. Ты что, издеваешься, что ли? Да? Ну, вы же не дурак. Да уж, дураком меня не назовешь. Дурак бы на моем месте таких бы дров наломал, таких бы делов наделал. А что я делаю? Я же ничего не делаю. Как ничего? Ничего. Да-да, план перевыполнили, это ничего. Премию получили, это тоже ничего. А вот полные сараи зайцев, это ничего? Да, это чего. Слушай, а человек полный сарай? Да как же, я ведь вам говорил. Чего ты говорил? Ну как же, помните, вы распорядились зайчика послать во Львов. Ну и что? Они что? Они писали, что это не зайчик, а собачка. Так, а я что? А вы согласились, переименовали зайчика в собачку и послали в Ростов. Ну, а они что? А они писали, что никто не берет вашего верблюдика, вот. И прислали обратно. Вот поэтому у нас полные сараи зайцев. Ой, люди, посылаешь им зайца, а не принимайте его за петуха. За собаку. За собаку. Посылаешь собаку, теперь докажи, что не верблюд. Ой, кадры у нас, кадры на местах сидят. Ой, без всякой подготовки, без всякой филификации. Ведь в кукле по-настоящему разбирается только один человек. Кто? Кто-кто? Ребенок? Значит, куклу у нас должен принимать кто? 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 Ребенок? Значит, куклу выпускать должен кто? Кто? Ребенок. Ты что, издеваешься, что ли, да? Стыдно нам. Стыдно, это верно, стыдно. Насчет чего стыдно? Ну, насчет зайцев. А, насчет зайцев, да, действительно. Люди луну снимают с другой стороны. Ну, а мы что? А что мы? Мы тоже со своей стороны можем кое-кого снять. Кого, Иван Гаврилович? Кого-кого? Кто у нас за куклу отвечает? Вы директор. Я директор. А вы кто? А мы коллектив. Ах, вы коллектив. Вот, что думает коллектив? Коллектив думает, что вы директор, что вы должны принимать решение. Ну что же, я директор, правильно, я и буду принимать решение. Надо искать выход. Наступают самые напряженные минуты. Директор пошел кругами. Мысль работает напряженно и лихорадочно. А что, если так? Слушай, я больной, ты здоровый. Я тебе сдаю дела, ты принимаешь. Так пойдет? Нет, так не пойдет. Так не пойдет, пошли дальше. Так, а что, если так? Я больной, и ты больной. А кто же здоровый? Коллектив, он всегда здоровый. Валим все на него. Так пойдет? На этот коллектив не пойдет. Коллектив пойдет. Ой. С детьми дело иметь, с детьми. Ой, сидел я на мебели, так нет, послали меня нафиг. Фабрика игрушек. Номер-то какой? 13. Господи, ну где же это видано, чтобы от детского каприза судьба человечья зависела? Вот он, детеныш. От горшка-то 3 вершка. Даришь ему игрушку. Ну, что верблюд, что петух, будто не все равно. Так нет, у них каприз. Мамаша жалобу строчит, по следу комиссия скачет, а директор с работы летит. Нет, игрушки сейчас это совсем не игрушки. Тут думать надо вот этим местом. Можно войти? Давай. Обойдешь в коридоре. Да я на минуточку. Народ, видишь, у меня занято. Ну, я на минуточку. Ну, на минуточку давай. Вы знаете, я вчера слушал доклад ваш по поводу вечернего института. Слышишь? Я вчера доклад читал. Молодежь призывал к учебе. Утром работай, вечером учись, чтобы это вот уровень выше. Знаешь, в грядущее будущее будем входить подкованными на все 4. Я сам 4 класса кончил. Значит, говоришь... Был доклад слушал. Был доклад слушал. Знаешь, утром он работал, вечером пошел доклад слушать. Старается человек, чтобы это вот... Уровень. Верно. Выше. Точно. Да, ты это зафиксируй. Это материал для комиссии. Так, понравился доклад? Хороший доклад. Хороший доклад.
А ты главный инженер. Ты не был, да? Умнее всех хотишь быть. Умнее всех. А тебе тоже не вредно было бы послушать. Вот, не было, не был. Почему ты не был? Так а? Я же писал вам этот доклад. А вот ты... Ах, да, ты писал, верно. Значит, что говоришь? Так вот заявление. Ага, заявление. Так, заявление давай. И сам тоже давай. То есть как давай? Давай, 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 давай. Давай. Ну как давай? Мне же вечером на учебу. Вы разрешите в утреннюю смену выйти? Ой, сейчас всех надо будет в утреннюю смену устраивать. Ой, морока пойдет. Да никакой морок. Да мороки-то никакой, конечно. Но понимаешь ты, сейчас это большая проблема, понимаешь? Да никакой проблемы. Проблемы-то нету, понимаешь? Но, понимаешь, сейчас это никак нельзя. Понимаешь? По-моему, можно. Можно. Можно, по-моему. Да, можно. Можно. Да. Только знаешь что? Тут надо ведь силу воли иметь. Как у тебя сила воли-то есть, нет? Сила воли есть. А сила воли есть, а заработку не будет. Давай что-нибудь одно. Или работай, или учись. Да? Ну как же, ну вчера вы сами говорили. Ну... Говорил, говорил. Говорил, потому что нужно было. А ты уши развесил. У тебя старик этот, мастер, 80 лет старику, нигде не учился. И не хочет. А ему 80 лет. А ты умнее всех хотишь быть. Умнее всех. Я сам 4 класса кончил. Ну вы же директор. Директор. Директор, а дураком меня не назовешь. Да. Вот скажи по совести, дурак я, нет? Я не знаю, трудно сказать. Ну, трудно. Думаешь, мне легко? Ну, давай, в общем, так, давай посоветуемся с народом, давай. Давай с народом посоветуемся. Ладно, нет? Вот так, давай. С народом посоветуемся. Народ подскажет. Народ, он знает, кого куда. Вот так, пошел вот и все. Да, даже, говоришь, комиссия скачет. Да, скачет, скачет. Ой, что же делать-то, что делать? Что делать? Вот что делать-то я и не знаю. Я просто теряюсь. Теряешься? Нет, брат, в такие минуты... Теряться нельзя. Вот что. Давай. Давай, зови весь коллектив. Я с ними говорить буду. Сигнал тревоги. Свистать всех к директору. Начальники цехов, местком, комсомол. Здравствуйте. 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 Садитесь, садитесь. Все настроены весьма мрачно, но директор сегодня решителен, как никогда. Он готов бороться до конца, либо победить, либо пасть. По собственному желанию. Ну что, доигрались, да? Давай, давай, количество, количество. Поздравляю. Сегодня черным по белому расчехвостили в газете нашу фабрику за качество. И правильно, о, и давно пора. О, и давно пора, так. Вы что делаете? Вы какую игрушку нам даете? Через 3 дня от вашей игрушки руки-ноги отрываются, одни потроха остаются. Кому такая игрушка нужна? Кому? Кого в первую голову игрушка наша должна удовлетворить? Кого? Ребенка. 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 Вот с таким детем я должен работать. Кто на тебе в газету написал? Дитё? Дитё писать не умеет. Значит, чихали бы на дитё? Взрослые. Значит, кукла должна удовлетворять взрослого, трудящего человека. Да что вы раньше-то думали? Ну, а что раньше думать? Так вы же директор. Я директор, и что толку? А вот толку мало, это правильно. Вы что, издеваетесь, да? А может, я за всеми вами не могу следить? Может, у меня только 2 глаза, 2 уха, шея одна, и нос у меня между... Да, кстати, кто у нас эти куклы с длинными носами делает? Это Буратино, что ли? Да, Дуратино, да. Я... Ты делаешь, да? Ты где такие длинные носы видал? Где? Над людьми? Издеваешься. Ничего, ничего, с твоим длинным носом ребенок без глаз может остаться. Ничего, 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 ничего. Твой длинный нос тебе так даром не пройдет. Так, а кто у нас говорящие куклы делает? Я. Ты делаешь, да? Она у тебя что говорит? Мама. Маму говорит. Маму, за 20 рублей одну маму говорит. У меня вчера докладчик за 5 2 часа барабанил. Ничего, твою маму мы тоже припомним. Так, а ты что смотришь? Зайцы у тебя линяют, да? А ты чем зайца кроешь? Чем? Какой краской? Ребенок твою краску лизнет, у него полное отравление психологии и организма. А что вы все на нас свариваете? А на кого мне? Разве раньше мы вам то же самое и не говорили? А-а-а. Да, и все без толку. Так, так, так. Вы раньше говорили? Да, конечно. Да, конечно. Так, так. И все без толку, потому что вы сами говорящие куклы. Что? Только не за 20 рублей, а за 200 рублей в месяц. Затвердили одно и то же. Посоветуемся с народом. Что? Народ подскажет. Народ поддержит. Народ узнает того, куда. И все только красивые слова. Да, вот вчера вы сами призывали повышать уровень. А сегодня вы меня не отпускаете на учебу. Так, так, так. Значит, все хорошие, все хорошие. Так, а я один плохой. Так, так. А вы скажите, вы
на собрании обо мне говорили? Ну, смотрите. Как? Вы в райком на меня ходили? Вы с работы меня снимали? Вот с такими, как вы, такой, как я и могу работать. Ну, товарищи, вы сколько раз вам говорили одно и то же? Вы не разговаривайте. Вы работайте руками и думайте вот этим местом. Можно войти? Давай, обойдешь в коридоре. Да я на минуточку. На минуточку давай. Товарищи, я только что был на фабрике игрушек номер 12. Что там творится? А что тут? Директор собрал совещание начальников цехов. Такой скандал, такая паника. А что тут? Гав, в чем дело? Вы что, газет не читаете, что ли? А что тут? Да их же в сегодняшней газете-то раздраконили. Как? И их тоже? Почему тоже? Только их. Только их? Ну, конечно. А нас? Так мы же 13-я фабрика. А нас пока не гугу. Не гугу? Не гугу. Так, точно. 12-я фабрика. Так. Так-так. Значит, носы вам не нравятся, зайцы не нравятся. Кукла плохая, директор плохой. Так, тебе спасибо. Ты отойди в сторонку. А с этим коллективом мы поговорим. Жил да был в одном кабинете один руководитель. И всем-то он был хорош, и исполнительный, и дисциплинированный, и не любил выставлять свое личное «я», и все вопросы любил решать согласованно. И завелись у него в кабинете мыши. И как только завелись, так сразу же начали грызть письменный стол. Огорчился руководитель, решил купить кошку. Сказано, сделано. Написал непосредственному начальнику, так, мол, и так. Едят мыши государственное имущество, съели уже на 10%. Разрешите купить одну штуку кошки на сумму в 30 копеек. Написал и получил ответ. Покупайте, если хотите. Что значит, если хотите? Я лично ничего не хочу. И написал в местное управление. Так, мол, и так, едят мыши государственное имущество, съели уже на 20%, разрешите купить одну штуку кошки на сумму в 30 копеек. И получил ответ, покупайте, если нужно. Что значит нужно? Мыши-то едят не мое имущество, государственное. Вот безобразие. И решил руководитель, ай, была не была, и написал в главное управление. А пока он писал и ждал ответа, мыши письменный стол догрызли и принялись за своего руководителя. И вот тут он подумал, а, зря я затеял всю эту бумажную волокиту. Куда проще было вынуть из своего кармана 30 копеек, пойти самому и купить бланк фототелеграммы, послать прямо в Совет Министров. Ну, я не знаю, может быть, кому-нибудь из вас и жаль этого руководителя. Действительно, сколько можно нянчиться с такими людьми? А мы ведь нянчимся, носим их на руках. Ну, правда, у каждого человека есть такой период в жизни, когда с ним надо нянчиться, когда его надо носить на руках. Это самый ранний период в человеческой жизни. Но мы вот часто не обращаем внимания, кому мы доверяем нянчить наших детей и кому мы доверяем носить их на руках. Я не знаю, как у вас, а у нас в Ленинграде нянька – это проблема, а детские ясли – это большая проблема. Хотите в этом убедиться? Пожалуйста.